Та-та-ра-та-тан-тан-та-та-ра-та-тан. Приветствую всех и друзья. Итак, так, привет еще раз всем. Так, матч чемпионата Белоруссии на 27 марта. Матч Рух Брест Энергетик. Здесь я сразу ставлю тотал 2,5 с кэфом 1,8. Так как Рух и Энергетик одержали в первых турах по победе. И волнение, конечно, в первых матчах присутствовало, но надеюсь, это волнение уже прошло, и команды должны ко вторым встречам подойти более собранными и с акцентом на атаку. Самое главное с акцентом на атаку, так как команды в первых турах сенсационно для многих сыграли. Так, Энергетик, Минский Энергетик обыграл Батэ, вице-чемпиона, со счетом 3-1. А Брест обыграл Динамо, Минское Динамо, со счетом 1-0. И вот из этого следует то, что... Так, начнем с Энергетика. Она самая веселая команда прошлого чемпионата. Она очень много забивала. Но и очень много забивало меньше, чем очень много пропускало. Самая пропускающая команда была прошлого сезона. Так, а что же касается Руха, то команда, она была, зародилась в 2016 году. Еще в 2017 году она играла в чемпионате Брестской области, а с этого года уже играет в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Поэтому... Я думаю, команда не будет отсиживаться в обороне, и нас ждет очень яркая, интересная, веселая игра. Надеюсь, то, что команда пробьет тотал 2,5 с кэфом 1,8. Всем спасибо, всем удачи, не болейте, всего доброго, пока-пока, подписывайтесь на канал.